Перед судом предстанет житель Междуреченска, обвиняемый в убийстве мужчины. По версии следствия, в ноябре 2019 года 56-летний горожанин распивал спиртное в компании, в которой присутствовала его 32-летняя дочь. Опьяневшая женщина уснула, это не понравилось одному из гостей, и он начал ее будить. Тут подключился отец, решил заступиться и ударил обидчика ножом в спину. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Медицинские работники констатировали смерть потерпевшего.